Заболевшие коронавирусом в Москве соблюдали режим изоляции. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн», и прямо сейчас расскажу подробности. Вернувшиеся из Италии москвичи, у которых подтвердился диагноз коронавирус, не посещали работу, сообщает агентство новостей «Москва». По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, очень важно, что горожане и работодатели соблюдают правила безопасности. Эти усилия позволяют сдерживать распространение инфекции в Москве. Она отметила, что на горячую линию по вопросам коронавируса уже обратились более 14 тысяч человек. Почти 3000 москвичей, вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, обратились за больничным листом. В Москве подтверждено 9 случаев заболевания. Один пациент выздоровел и был выписан из больницы. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!